Там был возле окна в комнате своей, чай пил, смотрел в окно и увидел то, что ну, там снаряд прилетел недалеко от дома, ну, далеченько. И столб дыма увидел и выбежал во двор, ну, посмотреть. И услышал же выстрел и начал бежать этот за дом, чтобы забежать. Не успел, меня волной накрыло, и я отключился. Осколок попал, и отключился на секунд 5-10. Потом очнулся сразу. Смотрю по себе, у меня уже крови. Я, наверное, в шоке был, я боли не чувствовал. И бабушку там, она передо мной стояла, я ей кричал там. Кричал, и меня подняли там. И понесли в погреб, потому что начали бомбить. Я вообще ехала вот с людьми в Бахмут, чтобы отвезти в больницу. Сама я не знала, где в Бахмуте больница и так далее. Получилось, как у нас мост идет. В мост вниз едешь, а потом наверх, и у нас там лежали мины в шахматном порядке. Там проехать никак было. Но я как-то проехала туда на машине. И потом дальше шел там труп женщины лежал и столб. Я это тоже проехала. И потом поворот направо, нас обстреляли. Мне ноги. Я ничего почти не могла сделать. Машина заглохла, еле завела. И мы дальше поехали, но машина потом все равно заглохла из-за того, що акумулятор прострелила пуля. Хлопчик поступив у хірургічне відділення для проведення хірургічної обробки рани і буде потребувати кількоразових пластичних операцій, щоб загоїти величезний дефект. Дівчинка в нас є, знаходиться у відділенні травматології, тому що там є, на жаль, ампутація частини пальця. І також буде потребувати потім фізичної реабілітації в майбутньому.